Доброе утро и добрый вечер. В общем, доброго дня. Сегодня, как обычно, прогноз погоды лично от меня. И о погоде в Архангельской области на 10 мая. Суббота. Начнем с Котласа. Там сегодня облачно, небольшой дождь и температура воздуха плюс... Та-да! 18 градусов. Теперь Плесецк. Пасмурный, небольшой дождь, а на термометре 13 градусов. В Вельске тоже пасмурно и тоже весна. Температура воздуха плюс 19. Возможен дождь. И о погоде в Архангельске. Утром плюс 2, пасмурно. Днем небольшой дождь, температура воздуха плюс 4. Вечером дождь и 5 градусов на термометре. И главное, девушки, вы так прекрасны этой весной. И не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. До встречи на телеканале ПС.